приятно, что Алтайский центр иппотерапии пригласил нас на этот праздник. Очень хорошо, когда такие организации видят нас, детей с ограниченными возможностями, и стремятся заниматься с такими детьми. А этот праздник, когда дети все вступили в контакт с животными, могли покататься на лошадях, на ездовых и в тележке. Это просто незабываемые впечатления. Лица детей светились радостью, всем хотелось еще и еще кататься. И, конечно, многие дети спрашивали, а это как, а это бесплатно, а это можно? Потому что, конечно, такое удовольствие могут позволить не все наши родители детям. И мы очень рады, что центр приглашает наших детей не просто прокатиться, а еще и на занятия. То есть они готовы работать с нами. И эти занятия приносят неоценимую помощь. Я знаю, что дети, которые занимались иппотерапией, тяжелые дети, которые не могли даже ходить, начинали лучше двигаться, гармоничнее развиваться. И просто общение с животным, оно дает такую колоссальную энергию ребенку, что он, даже не говорящий ребенок, начинает разговаривать. Эмоции вызывают речь. Для наших детей это все очень важно, потому что если нашими детьми заниматься, то они достигают, в общем-то, очень хороших результатов. И мы благодарны за эту помощь, за сотрудничество. Все родители очень рады, благодарили, подходили за праздник организованный, за то, что так все было тепло, приятно, интересно. Сегодня у нас проводилось мероприятие, посвященное Дню детей больных синдромом Дауна. Проводились катания детей на лошадях. Дети встретились, пообщались с лошадьми, подарили друг другу очень много положительных эмоций. Данные занятия очень полезны для детей с такой проблемой. Занятия на лошадях помогают в дальнейшем детям более лучше относиться и понимать окружающий мир, природу, но и плюс к этому дает физическое развитие, укрепляет опорно-двигательный аппарат, держит в тонусе мышечную систему, что вполне необходимо детям.